Азербайджанский народ, обладающий древними корнями, гордится своей историей, материальными и культурными памятниками, традициями, литературой, искусством и музыкой. Об этом заявил директор действующего в Узбекистане Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Самир Аббасов в ходе церемонии открытия после реконструкции уникального музея под названием «История и государственность Азербайджана». Внимание участников мероприятия была представлена фотовыставка «Наша столетняя республика». В рамках церемонии открытия был также подписан меморандум о сотрудничестве между Государственным историческим музеем Национальной академии наук Узбекистана и Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане. Мероприятие продолжилось концертной программой и исполнением национальных танцев. Отметим, что церемония открытия музея посвящена столетию АДР, а также 27-летию независимости Азербайджанской республики. День исторический, потому что открылся сегодня, можно сказать, знаменитый музей. Музей не только для азербайджанцев, для узбекистанцев. Каждая духовная ценность, она укрепляет культуру межнациональных отношений. Она дает возможность еще больше ценить, любить, дорожить дружбой. Поэтому сегодня, мне кажется, открытие музея дало возможность побывать в один миг, в один час именно в Азербайджане, Баку. И я думаю, что сегодня наша молодежь Узбекистана гордостью может сказать, что азербайджанско-узбекская дружба – это сердечная, вековая, добрая и духовно ценная. Мы пользовались большим интересом у узбекского народа. Мы всегда жили в дружбе и согласии с братскими странами. Очень рады этому прекрасному культурному событию. Открытие такого центра очень важно для нас. А в копилку интересных мест, которые стоит посетить, добавился еще один культурный центр. Самое главное, что, посетив этот музей, каждый имеет возможность узнать больше об истории, культуре, обычаях и традициях Азербайджана. Ташкент шахри Узбекистан халқи учун ҳамеша